Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы начинаем играть Sniper Elite 4. Так, продолжить, выбрать задание выживание в одиночку. Так, не знаю, так, вот новая компания, вот она. Стрелок, как всегда, норма. Для, блин, это такой рисунок. Для красивой схватки упрощенная баллистика пули. Так, смертоносные враги, дружественный огонь, реалистичная баллистика. Только для снайперов, педантов и мазохистов. Так. Самый сложный бой, с которым только можно столкнуться снайпер. И это даже и так. Используйте пользовательские настройки сложности. Ну, ладно. Норма. А, легко это. Так, баллистика пули не рассчитывает. Нет. Норма. Чтобы... Так, 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 так. Выколотка. Тут у нас что, закрыто? Тут у нас будет вот то, что откроется, значит. Ага, все понятно. Ну, начать игру. Смотрим. Остров Сан-Селини. О, Италия. Не Сицилия, нет, случайно. Не рядышком там где-нибудь. 1943. Мир охвачен войной. В мире царит хаос. Мы сорвали планы Гитлера в Северной Африке. Но что дальше? Черчилль потребовал начать вторжение в Италию. Он назвал Средиземноморье мягким брюхом крокодила. Американцы колебались, но Уинстон убедил их. Генерал Дуайт Эйзенхауэр, главнокомандующий союзных войск в Европе, разрабатывает средиземноморскую стратегию. Что же до меня? Мой путь лежит на Сан-Челлини, одинокий остров к юго-западу от Италии. Значит, вы, да, в Африке побывали? Это я побывал в Африке, это я там всех перебил. Итак, что у нас? Здесь гибнет много наших кораблей. Красиво. Англичане полагают, что причины надо искать на Сан-Челлини, где находится база Люфтваффе. Они направили в район трофейное итальянское судно «Орхидея» на разведку. «Орхидея» была оснащена новейшими средствами радиоперехвата. В результате подтвердились наши худшие опасения. У фашистов новое чудо-оружие. Спасшиеся с потопленных кораблей говорили о какой-то новой ракете. Самолет выпускает радиоуправляемую ракету и с убийственной точностью наводит ее на цель. Судно должно было прослушивать вражеский радиоэфир, чтобы выяснить положение дел. Даже если придется заплатить за это высшую цену. А как они разоблачили-то вот? Вопрос? Надо узнать, что дальше готовят нам фашисты и как эти планы сорвать. На острове находится один из высших чинов Люфтваффе, генерал Тобиас Шмидт. Не секрет, что Гитлер высоко его ценит. Взять Шмидта живьем вряд ли удастся. Да и он ни за что не предаст любимого фюрера. Но при нем могут находиться ценные документы. Мое задание – убить Шмидта и всю его генеральскую свиту. И унести ноги. Да, неплохо. Убить Шмидта и всю его свиту. Гибель тех моряков не должна быть напрасной. Я узнаю все, что смогу о новой ракете немцев. Все? Ну, давайте посмотрим про новую ракету немцев. Та-та-та-та-та. Снайперская вышка. Или как правильно называется? Думаю, этого малого можно снять без всякого шума. Опа! Да. Ничего, так-то я мастерский, да? Так. А зачем мне бинокль? Можно рассмотреть в бинокль.
Так. Ну чё? Что тебе надо, чтобы я еще это отметил? Так, отметил. Чтобы использовать прицел винтовки. Так я прямо отсюда, что ли, стрелять буду? Я хотел подойти поближе. На задержке дыхания выстрел точнее. Ага, тут пробел. А там было Е, а тут пробел. Ладно. Минус 2. Не спеша. Только я вот не знаю, вот. Так, а тут сохранять можно? Так, возобновили. Вот если не ошибаюсь, вот эти вот, по-моему, тоже, да? Да. Что-то с ними тоже делается. За них бонусы не дают. Так, пушка не стреляет. Надо перепрыгнуть. На. На. Перепрыгнули. Раз надо. Путь один. Наверх. Тут есть вообще что-то искать надо, нет? Замечательно. И надо же было тому случиться, как только я подошел. Так, а у меня камни есть вообще? Камни, камни, камни. О, камни. Семь, семерка. Подожди, нет, подожди. Вот, камень. Мне не надо свисток. Так. Поднимемся, поднимемся. Так-то красиво. Прекрасно. Я где-то там высадился, да, уже? Я уже, смотрите, сколько прошел. Вот такой вот я молодец. Может поискать у убитых патроны? Так. Чтобы обыскать труп. Обыщем. Больше ничего не найти. Ну, у этого-то не найти, а у этого. Ничего не найдено. Хорошо, что их только двое было. Так. Стрелял я откуда? А, вот отсюда стрелял. Что вот здесь вот еще есть? О, 10 патронов к винтовке нашел. 10 патронов к винтовке нашел. Кстати, почему-то я не вижу, где патроны там у меня. Отображается. Так, одна растяжка. Автоматический сбор, это хорошо. Здесь ничего нет такого. Почему я не вижу патронов? Не показано. Может, во время боя будет показано. В растительности и в тени меня хуже видно. Конечно, хуже. Так. Наблюдательный пункт какой-то. Так, прям, чтобы посмотреть карту и задание. Так, что это у нас? Уничтожьте камеры. Так, убейте офицеров, убейте офицеров. Уничтожьте камеры, убейте офицеров. Все понятно. Ну вот, еще можно так вот, опа. С той башни открывается хороший обзор. Сейчас мы разведаем как раз.
Так, много с нее не пострелять, да? Так, где патроны, одна растяжка. Что-то поднял. Вау, самолеты, так. Ну, это потом. Так. Ну да. Будем что смотреть. За съемки? Так, это что такое? Непонятно. Так, боезапасы это не надо мне уничтожать, да? А ну здравствуй. Ух ты, красивая реплика. В моем списке. Красивая реплика. Враг развернул пропаганду. И орхидеи ее главное орудие. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Что у нас еще? Можно сделать это все и незаметно, как я понимаю. Ну туда мне еще рано, да, заглядывать. А пока, пока, пока. А пока и здесь сами с усами смотрим. Так. Ну-ка, машину-то можно подорвать? Можно. И колеса есть. И бензобак. Ну, мне бензобак нужен. Так, кто у меня там летит? Нет. Самолет. Самолет. Да ё-моё. Давай. Эх. Так неохота их вырезать. Вот так. Определение местоположения, шум и выстрелы, не приведшие к смерти, помогут врагу вычислить ваше примерное местоположение, подозреваемая угроза. Если это будет происходить слишком много в одном местоположении, и если враг увидит вас, то это приведет к точному определению вашего местоположения, гарантированная угроза. До обнаружения предположительной угрозы обозначается на радаре треугольником, а не в окружении появится призрачный двойник, обозначающий место, где враг заметил вас в последний раз. Таким образом, можно определить, в каком направлении будет двигаться враг. Громкие выстрелы, произведенные возле врага, позволяют ему вычислить ваше местоположение. Точнее, быть так. Ну, понятно, короче, он не нас вычисляет. Это как и во всех играх. Ну, а сейчас-то меня нельзя вычислить. Ух ты. Вот на тебе еще вот так вот. Ну, в кусты убежал. От кого? А вот у меня сейчас опа. Ну-ка посмотрим прицел у него. Да нифига, ничем не ближе. Ну давай обратно. Обратно. Вот
ты, падла какая. Сейчас, ага, два раза. Так, ты-то один, тебя-то можно, конечно, из ножа вырезать. Но тут вопрос, а оно нам надо? Попал. Сейчас выведем его из строя. Вот и все. Давай спускаемся. Ну. Так. А, глушитель. Это есть уже хорошо. Так, 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 пам. На. Вот так. Надеюсь, другие-то не хватит, военные. А у него там корешок был. Так. Спокойно. Давай, давай. Надеюсь, не гранату кинули, нет? Мне все-таки гранату. Ну. Давай. Давай-ка мы обыщем тебя. Вот и все. Это кто по мне? Вот он ты. Убийство пехотинца. Нужны вы мне больно тут, а, да. Больше ничего. Ничего страшного. Сейчас посмотрим, кто у нас здесь. Вот они. Да где ты?
Ох ты, гранату кинули. Давай, давай. Первый, где второй? Вот и все. Вот такой вот я шпион, да? Хожу всех, только гашу. Давай, 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 где ты? Вот он ты. Неплохо. Так, один где-то тут в кустах должен быть. Вот так. Как бог черепаху. Интересно, а я могу его бы крас? Так. Это мне очень пригодится. Что у меня там есть? О, аптечка. Так. Перезарядим. Этот-то где? Которого я тут располосовал, так как бог черепаху. Или я автоматически его обокрал? Так, вот. Ну, ничему не учатся. Was war seine letzte Position? Давай. Я знаю, что вы умеете кончаться. Здесь больше нечего искать. А здесь? Я отсюда, блин, не выйду с этого маленького участка. Так, надо сваливать хотя бы вот сюда. Ой, в крови все, все в крови. Вот тебе хорошая верная примета. Так, 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 так. Тут я что-то разбомбил, ага, все помню. Семь. Камушек. Думаю, я собрал все, что мог. На. Так, обыщем труп, обыщем труп. Так, я уверен, что их там еще до хрена и больше осталось. Ну, так как всех дозорных мы убрали, можно смело двигаться. Пока они туда придут. Все, кто можно, уже прибежал. Поэтому это будет не быстрое дело-то.
Ага, а пройти только по туда можно, да? Было заминировать, наверное. Хотя зачем? Они туда, а я оттуда. Я вот на эту вышку сейчас полезу. На ней я еще не убивал. Так, идет поиск врага, но это хорошо. Им это полезно. Повредить можно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты заметил меня, нет? Так, в теории-то вас здесь дохрена и больше. На практике, может быть, еще больше. Как бы мне тебя повредить-то? Самолет, самолет. Так. И гранаты. Ну, гранатами я еще пока не пользовался. Так, у меня что здесь? Есть что-то? Нету у меня здесь ничего. Значит, это для шума. Ну что ж, ладно. Я думаю, на этом пока все. Увидимся в следующем видео. Пока!